Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, в принципе, ребята, мы, наверное, все-таки сейчас пойдем в шахту, потому что, как я говорил, нам нужно пойти в шахту, нарыть себе хотя бы ресурсов так, знаете, чтобы уже хватило нам ресурсов, чтобы уже, в принципе, даже не нужно было возвращаться в шахту. Вот как раз вот тут что-то есть. Давайте, например, 2000 минус 2060. 2075 минус 2060. Конечно, мало, чуть-чуть не туда. Минус 460 они. Вот где-то тут. Ух, ни хрена себе. Так. Где-то у нас вот тут. Вот, ребята, тут как. Хотя. Да нет, просто как-то можно доспуститься. Так, шейдеры. Давайте-ка выключим мы шейдеры, потому что в шахте, в принципе, их и не нужно. Ребят, как я говорил, нам нужно спуститься в шахту, чтобы добыть себе хотя бы немного ресурсов, чтобы, в принципе, у нас их хватило, чтобы уже просто добыть себе нормальное количество и, в принципе, уже больше не спускаться в эту шахту. То есть нам нужно, ребята, и уголь для того, для плавильни. То есть у нас есть плавильни, да. Ну, нам нужен нормально так угля, хотя бы, чтобы их заполнить полностью, чтобы они там плавили и, в принципе, больше к ним даже не возвращаться. То есть нарыть себе так нормальное количество угля и, в принципе, чтобы он у нас был, запомнить это все в плавильне, поставить уголь в плавильне и, в принципе, чтобы он у нас хотя бы был. И плюс к тому ресурсы, да, чтобы мы могли их же продавать. И... В принципе, вот так, чтобы нормально у нас и ресурсов было. Так, тут ничего нету. Это у нас тут кто? Гравель. А, я не знаю, ребята. Нужно хотя бы какой-то проход найти, а то, знаете, шахты такие, что... Начинается шахта, и вот и сразу же и кончается. То есть везде тупики, и вот мы оттуда поднялись, и все. В принципе, тут уже больше ничего нету. Ну, хотя бы уголь есть. То есть мы еще можем попытаться фусил найти, но что, вряд ли. Потому что фосил не так уж и находится. Не каждый раз, когда ты в шахту спускаешься. Поэтому, ну, в принципе, зато у нас уже хотя бы угля уже нормально есть. То есть у нас же кирка зачарена так нормально, поэтому и угля уже, в принципе, у нас нормально выпадает. Да и уровень тоже набираем, что тоже, в принципе, нормально. Сейчас, может, на какую-то ниже высоту, ну, на нижнюю высоту где-то опустимся, чтобы, может, алмазики там будут, может, еще что-то. Так, железо, в принципе, тоже, железо же можно продать, да и железо и так пригодится. Отлично. Так, у нас уже угля, ни хрена себе как много. То есть, вот эта кирка у нас, конечно, такая нормальная. Так. Еще уголь. То есть чем больше угля, тем лучше, мне кажется, потому что, чтобы у нас было вот эти все плавильни, да, то есть нормально там угля было. Да и алюминия, в принципе, тоже нужно. Все же ресурсы, можно сказать, сейчас нужно собирать, потому что мы их можем же продавать. И, в принципе, можно сказать, они и пригодятся. Так что давайте-ка мы вот это все соберем. И пойдем. Так, это чё тут? Отлично. И это чё, куда эта шахта вообще ведет? Как-то непонятно. Ты, походу, прикалываешься, да? Ну ладно, давайте вниз немного прокопаем. Главное, в лаву не упасть. О, отлично. То есть шахта тут есть все-таки. Не нужно было искать какую-то другую. Еще и фосила тут О, как фосила. Гравия тут дохренище, поэтому, в принципе, нормально. Сейчас еще может. Ну, как может, посмотрим. А, ну действительно, просто гравия тут очень много. Но, может, еще ниже спустим. 30-я высота, ну, алмазов тут 100% пока что не будет. Алмазы, в принципе, тоже. Ну, так, продать их можно за нормальную цену. Так что давайте-ка мы попытаемся еще немного пониже спуститься. Уголек. Не, ну я, в принципе, можно сказать, ребята, иду в шахту только... Ну, не только за угля, но все же, я еще раз повторюсь, ребята, он нам очень сейчас нужен. То есть в половине плавильни у нас уже угля нет. То есть мы там и плавили, и, в принципе, нам и нужно плавить вот это все. Поэтому и уголь тоже нам нужен. Так, тут у нас что-то будет или опять тупик какой-то?
Опять тупик. Вот эти шахты. Лучше бы сделали, знаете, какое-то продолжение. То есть, ну, как бы, чтобы оно заспавнилось, да? То есть идет шахта, и вот какое-то там дальше продолжение. А не тупик. Так, я что-то думаю, там тоже тупик будет, какая-то такая шахта непонятная. Так, там уголь, там не будем мы туда рыться. То есть не рыться, а наоборот, наверх, да? Так, тут тоже какой-то есть... Нет, нету прохода, ладно. Думал, есть, но оказалось, что нету. Ух ты, куча тут и железа. Ну, в принципе, не и железо, а только железо. Фу, ну, уже угля, ребята, у нас нормально. Так, сейчас я посмотрю. 4 стака угля. 4 стака угля, это как раз 4 печки, да? Ну, как бы не очень так много, но все же. 4 печки, это нормально. Еще как раз вот тут сейчас пособираем немного, что есть. И отлично. И 13, ну как, да, в принципе, сейчас 13 уровень. Так, тут у нас гравий как раз возле воды, так. Поэтому нужно хотя бы так иногда смотреть по сторонам. Так, не сюда, давайте куда-то. Ух, куча тут всяких покемонов, что-то напугался, так, думал, монстры какие-то. Так, вот этого бы можно словить, но он 42 уровень. Как-то большеват. Пока что не будем ловить. Пока что, если идем в шахту, ребята, то только в шахту, то есть... Говорю, нужно все сначала вот это сделать, а потом мы уже, ребята, начнем всех ловить. Алюминий тоже куча. Какая-то уже там высота, сейчас посмотрим. 44-я, ни хрена себе, вроде столько спускаемся, а чё-то вообще ни хрена. Так, вот тут куча угля, как раз нормально. Это все можно собрать. Ребята, сколько у нас там? 4 дня осталось до выхода. 4 или 3 дня осталось до выхода новой игры, о которой я говорил. То есть она называется... Ну, Shadow of Mordor, да? Как-то вот так, там, Middle, что-то там. Ну, короче, про Властелин колец. Кто фанат Властелина кольца, да, то, в принципе... нормальная игра, только... Ну, как? Как можно описать эту игру, ребята? Как бы в двух словах, да? Берете Assassin's Creed, добавляете туда магию, перепихиваете его там из Франции, да, или где там новый Assassin's Creed, из Франции в Средиземье, и вместо людей ставите туда орков. Вот это новая игра, ребята. То есть, если так смотреть геймплей этой игры, это тот же Assassin's Creed. Там даже система боя такая же, как в Assassin's Creed. Там даже такие же комбо, такие же контр, как это, контрудары, такие же, там как бы все точно такое. То есть, или игра так получилась, или не просто вот с этого Assassin's Creed себе взяли, но... Игра, можно сказать, ребята, и так прикольная, то есть я посмотрел, она мне действительно так понравилась, потому что, не скажу, что я там какой-то большой фанат Властелина колец, но Властелин колец мне действительно нравится, поэтому я, может, и купил игру, то что, ну, как я буду в нее играть, да, потому что Властелин колец это Властелин колец, это во-первых, а во-вторых, что действительно игра такая... Ну, тот же, я же тоже люблю Assassin's Creed. Все, наверное, любят Assassin's Creed. Это можно сказать, как тот же Assassin's Creed, только в Средиземье. Я не знаю, может, разработчики не хотели так делать, но у них получился тот же Assassin's Creed, просто вместо людей и орки, и вместо Франции, там, Америки, Италии, еще там, что-то получился, ну, Средиземье, да, то есть получился Властелин колец. Ну, игра просто... Точно такая. То есть даже те контрудары. Там не такая игра, как, например, например, свобода выбора. Ну как свобода выбора? Свобода ударов, да? То есть ты идешь там, бьешь, 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 в то время они тебя бьют, 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 бьют. То есть на тебя сразу куча навалится, ты уклоняешься, бьешь, бьешь, уклоняешься, бьешь. Нет, в Assassin's Creed же тоже не так, да? Там как? Ты там стоишь, бьешь,
Он тебя бьет, ты защищаешься. Он тебя бьет, ты контратакуешь и сразу его убиваешь. То есть, когда идет контратака, ты его, можно сказать, сразу убиваешь. То есть, с контратакой ты его сразу убиваешь, да. То есть ты бьешь, 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 он тебя бьет, 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 потом у него идет какая-то атака, которую ты можешь законтрировать, да, так можно сказать. Ты контратакуешь то, что он тебя атакует, и пум, ты его убиваешь, да, то есть когда идет контратака, можно сказать, что ты его уже убил, потому что если ты вовремя нажал контратаку, то можно сказать, что там засчитывается, ну, идет автоматическое убийство, тебе даже ничего не делать не нужно, он как бы его автоматически сам убивает с контратакой. Также и там, ребята. То есть, не, например, как в том же Darksiders, да, или в том же Devil May Cry, что ты можешь бить в любое время, ты можешь уклоняться в любое время, ты можешь еще что-то там делать в любое время. Нет, там как бы ты бьешься, ты бьешь, он тебя бьет, и ты можешь контратаковать и как бы убить его. То есть вот так. Но все же, говорю, ребята, игра такая отличная. Кто, еще раз скажу, кто фанат Властелина кольца, то можете ее тоже пройти, такая игра. Один раз пройти можно. Ну, в принципе, такая прикольная игра. То есть больше игр не выходит в этом месяце. То есть сейчас уже, ну, конец сентября. Вот только вот эта игра выходит. В России она вообще 3 числа выходит. В Стиме она там или где она выходит через пару дней. Поэтому, то есть еще в сентябре. Ну, говорю, игра такая прикольная. Можно ее, ну, хотя бы не пройти, а просто поиграть. Посмотреть, что она себя представляет. И вообще, стоит ли ее проходить. Ну, по пару начальных миссий можно уже, в принципе, определиться, нормально ли игра или нет. Но я надеюсь, что нормально, потому что Властелин колец уже Властелин колец. И орки, когда ты им там так специфически убиваешь, да, то это, в принципе, тоже нормально. Так, мы что-то все как-то выше и выше поднимаемся. Нам же нужно вниз спуститься. Но, в принципе, тут уже шахта такая, что нифига нету. Так, ладно, давайте все-таки домой уже, наверное, возвращаться. Главное, что мы уголь добыли, и это уже нормально. Нам бы еду еще, потому что, как я вижу, еда кончается. И что я хотел? Вот. Этих поубивать, потому что мне нужно сделать... Как я говорил, ребята, мне нужно сделать себе рюкзак. То есть нам кожа нужна. Кожа, кожа, кожа. Отлично. Еще там где? А тут они, походу... А, вот, тоже тут их куча, так что... Так что, в принципе, сколько у нас? 5 штук. Ну так, нормально. То есть еще немного осталось. 5 штучек, 5 штучек. Еще 4 нужно, еще 3. А, с этого не выпало, ладно. Так, эти сражаются вот тут. Еще одна. И где еще один? Ну, где ты? Вот ты где. Ну, выпади, пожалуйста, нам еще одну кожу нужно. Отлично. В принципе, вообще замечательно. Сейчас, ребята, давайте-ка мы вот это уголь весь поставим в наш плавильник, где нам нужно его поставить. Тут нужно. И тут нужно. Тут нужно. И тут нужно. И тут. Тут хотя бы по половине. То есть, как-то вот так. И вот тут. Отлично. Сейчас давайте-ка мы это вот тут поставим. Это сейчас. А я правильно вообще? Да, вроде я правильно ставлю. То есть нам нужно это все. Да чё ты? А у нас же один лишний как бы. Так, нам нужно вот этот. Да чё ты? Это нам сюда тоже нужно поставить, как мы это в принципе делаем. Тут у нас что? Тут у нас ресурсы, да? Ух ты ж, поставился ты так. Ну давайте так. Угу. Сюда вот так. И что тут у нас есть? И допустим.
Вот так, да? Отлично. Сейчас это ставим сюда. Сюда мы ставим ресурсы переплавляться. Я что-то заметил, мне даже ни одного вот этого золота не нашли в шахте. Ну ладно, может мы не намного спустились. Так, ну это видите, как уже жарится. Блоки давайте-ка мы вот это сюда поставим. Это нет. Еда у нас... Вот, отлично, 7 стейков. И 7 мяса, да? Ух ты, я как-то даже и забыл, что у нас столько еды, ребята. Давайте вот это заберем. Это тоже мы поставим вот сюда. Отлично. Сходили мы в шахту, хотя много ресурсов все-таки не нашли, но... Но за... Так, кто там мои топчет? Опять кто-то там туда забрался? Эканс или кто это там? Вот кто мои грядки топчет? Кто мои картофанчики? Картошечку мою топчет, зараза. Так, давайте хотя бы вот это соберем, что уже хотя бы выросло, то есть... Нормально тут выросло. Отлично. Так. Отлично. Все, больше тут ничего. Это уже можно тоже, в принципе, собирать. Ну как, не все, конечно, да. Но хотя бы ну, вот так можно это все собрать. Так, а где у нас, где у нас, где у нас? Вот. Морковочка тоже можно ее посадить уже сразу. И вот... Так, тоже, ребята, уже спать хочу, капут. Фу, ну ладно, давайте. Так, больше ничего тут. Ой, нет! Не топчи, нет, не топчи, не топчи, не топчи. Да нет, это принесли сюда. Это можно уже сразу на пережарку ставить. То есть морковку уже жарить не нужно, да? Ай, капут. А картошечку нужно. Поэтому ставим, ребята. Вот сюда. Отлично. И что еще я хотел? Да, в принципе, все, ребята. Наверное, сейчас мы вот эти все ресурсы, вот эти все штуки, как, ну, вещи, которые... Хотя, в принципе, тут даже ничего... Ух ты, зараза. Ничего в сундук ставить не нужно, то есть нету что и ставить. Но, в принципе, давайте хотя бы что поставим то, что можно. Так, 19 уровень. Давайте, может, кирку... Хотя кирку потом зачарим, если там что-то есть. Сюда что мы можем поставить? Так, вот это... Или нет, это что там было? Ну, хотя, да, вот это можно сюда поставить. Это сюда. Отлично. Так, это пока что сюда. Это тоже сюда. Ща-щ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 а
Ну, пускай возьмем и тоже поставим на пережарку еще. Фу, в принципе, нормально, ребята. В шахту хотя бы мы сходили, хотя бы у нас немного угля уже есть. Железо тоже там, алюминия тоже, ладно, алмазов, редстона и лазурита. Ну, лазурит, в принципе, редстон тоже не так уж и нужен. Но хотя бы немного ресурсов мы нашли, хотя бы того же угля. Это, в принципе, уже нормально. 64 штуки. Ну, так, нормально. Фух. В принципе, ребята, я так думаю, давайте уже на этом заканчивать. То есть нам сейчас нужно построить магазин, и после этого, ребята, мы уже можем ловить и прокачивать наших покемонов. Поэтому, ребята, сейчас я не помню какие. Нет, не вот эти. Ну ладно, потом включу. А, в принципе, ребята, давайте уже на этом заканчивать эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.